Привет, друг Саня, Материк Скул. У нас, короче, история какая. Сегодня, по сути, будет тренировочка. Такая атмосферная, мощная тренировка, как обычно, в хорошем составе. Но, касательно превью, тест на ткача. Вы его увидите в случае, если посмотрите видос полностью. Потому что он ни в конце, ни в начале, не факт, что в середине. Он, короче, где-то там с краю от середины, точно не скажу. Поэтому смотрим полностью, без перемоток, и тогда ничего не упустите. Сразу же автоматом подписываемся, если вы вдруг это еще не сделали по какой-то причине. Ставим лайк, ну потому что это тоже необходимо, только вот здесь именно ставим. Я чуть не туда все показываю, вот здесь ставим лайк. И прямо сейчас переходим к вопросу для комментария. Как ваши родители относятся непосредственно к тому, чем вы занимаетесь, ну касательно именно воркаута? Поддерживают ли они вас, либо же наоборот им как-то, ну, безразлично, это отрасль. Короче, распишите все как есть, мне очень интересно посчитать, потому что у меня своя история в этом плане тоже имеется. В своей трансформации, если не ошибаюсь, озвучивал. Ну а теперь не будем задерживаться и погнали. Окей, господа, наконец-то мы можем начать этот видос. Это очень странная, старая локация, на которой мы вот думали, что приколы будем снимать. Но так вышло, что все позакрывали и остался только Сано. И вот, и поэтому тот видос мы заранее отсняли. А здесь уже придется выкручиваться в нашем собственном, чтобы нас, ну короче, хоть как-то заряжать вас и самим тренироваться. Поэтому сейчас просто вот таким составчиком мы просто чуть поразносим. И, возможно, я вас на что-то уже обнадежу. Надеюсь, на что-то невероятно мощное. Стасян, что у тебя по мозоли? Я помню, тогда у тебя что-то проблемы были с контрой. Вот это вот, я не знаю. Ясно. Ну, короче, ладно, что-нибудь да посмотрим. Сано, погнали. Что-то будем делать, не знаем, что у нас. Свободная тренировка, во что она выльется, я пока без понятия. Надеюсь, во что-то интересное. Пока смотрим абсолютно всех и каждого. Себе цели расставят и просто пойдут тащить. Пам, пам. На спокойнике прям. Лайк, лайковый, да, Романыч? Окей. Кстати, Сано тут уже кое-что затащил. Спойлерить не хочу, чтобы не обнадеживать. Но мало ли было бы круто, если бы он повторил. Потому что у нас этот элемент крайне редкий. Супер. Давай, поехали. Ну, пока будет по связке, я так полагаю. Давай, погнали. Я не знаю, я так. С командой есть. Я, кстати, хотел. Ага. Ага. Взял. Хорошо было бы. Кстати, не вдруг важно, не зашел. Че? Внутренний баундроп. Ты сделал? Да. Нифига. Только не проси меня это делать. Да, не, не вопрос. Ну ты снял это? Да, да, да. Хорошо, тогда ждем на канале Стаса внутренний пал. Будет зацеп. Че это? Зацеп будет вообще мясо. Да, да. Кстати, я хочу. Давайте скоро до юбилея догоняем, и может и в зацеп бахнем, да? Да. Там, о, там вообще и треха, два бланша каких-нибудь. Надо со скоки научиться делать. Я очень плохо делаю. Меня это все, я 360 сделаю заново. Треха, два бланша. На высоком. Два бланша, хотя бы. Без касания ног. Окей, Максон, давай. Пам. Так. О, зачем? Не докрутил. Давай пока с рукой. Просто вспомни технику. Это было больно. Это жестко прям, да. Ну-ка, Владос, погнал. Владос, этот турник вообще, конечно, микроскопически мал прям. Да не-не-не-не-не-не, Владос. Здесь только разбиваться. Здесь лучше не надо, да? Вообще не надо. Вот, я знаю, у тебя бэк неплохой стал, конечно, его отработал, но просто здесь низковато, и в случае чего платформа снизу всегда тебя ждет, чтобы обняться. А ну и нафиг. Да, Стасян, который разогревает мозоли? Раз, два, полетел, улетел. О, прикольно. Интересно, интересно, да, соглашусь. Рома, давай что-нибудь новое учись. Будет очень интересно, на самом деле, если ты что-то затащишь крайне тяжелое для себя. Давай. Тащи. Ну так, на приколе. Ну это типа, ой, как его назвать-то даже? X-вылет, но не в рост, так сказать. Ты действительно девятку хочешь попробовать? У меня вот первое, что я хочу пробовать, это стрехи. Типа треха, да, как вот ворки. Если так вообще никак не пойдет, то я начну отрабатывать в правую сторону. Сначала просто пятеры, а потом начну перекручивать пытаться. Окей. Если мягко будет, то... То чё бы и нет, да? Так, Максон здесь уже полетел на внутреннее. Я так полагаю, егером пахнет. Владос, чё хочешь сделать? Хотел вот бэк вообще. Но чё-то я... Да и как бы ладно. Ну, попробовать егерь.
Не знаю, окей, Герман. Ну, было бы удивительно, кстати, если бы ты все-таки здесь сделал. Но это можно сделать, вполне, вполне. Ладно. Бам. Есть. Хорошо. Позже. Взял. Бам, отлично, отлично. Сказание ног, как треху. Это прям круто. Так. Бам. Давай. Ой-ой-ой. Я потолок. Каждый раз так руками прям в турнир. А помнишь, как Даня втащил кулаком? Да, я только эту штуку. Царский удар этот сделал. С такого отмаха непонятно, Стасян вечно хочет то ли в Егер, то ли в горизонт зайти, то ли Луну вообще. Потому что ему огромный кач не нужен, он при желании войдет в любой элемент. Даже в Кинга, наверное. Так, так, и вот так. Хорошо, давай, погнал. Ну, давай, по традиции, с третьей попытки просто берешь и берешь. Ромыч, бит твой, заползай. Резкая трансформация матов. Давай, так. А, понятно. Ну, пока давай так. Он в Егер так. Пам. Тащи. Так. Да, близко. Насколько я удивился. Можно посмотреть? Очень неплохо. Вот один видос легендарнее другого будет, действительно. Просто я уже не могу никак иначе называть видосы, как легендарный. Просто легендарный канал напишу скоро. И все, и подписывайтесь бесконечным количеством. Александр, легендарный, что делать будешь? Будем так друг друга легендарными называть. Я не знаю. Он легендарно не знает, что делать. Давай, погнали. Это легендарно круто. Давай, поехали. Ага. Зашел. То же самое хотел же? Ой. Да. Что-то кровь идет. Поляка. Че? А, да это я потолок. Ё-моё. Максон, давай, третья попытка. Не ну как? Да я не знаю. А? Ноги не отбивают? Че, попробую? Скача. Внутряк хотя бы, давай просто внутренне. Давай, попробуем. Давай, Стасян, погнали. Девятки в твоем арсенале крайне не хватает. Еще из трехи сразу. У меня очень много кача, я. Ладно, дельфины в студию. Поехали. Давай, погнал. Есть. Ну тут да. Я надеюсь, что палец не сломал. Ну-ка, покажи, что такое. Прям сильно вошел, что ли? Да нет, ну так вот. Там, в ногу. Фу, блин. Короче, Владос настраивается здесь у нас конкретно на... Что? Внутренний просто. На внутренний гейнер. Ну да, ну блин, габариты как бы, это все понимаем. Давай, тащи. Сейчас сделает, а потом можно и разогнаться. Главное тут уверенность поймать, поэтому это необходимо сейчас. Давай. Похоже. Оп! Вот и все. Четенько. Молодец. Все, Санек залетает у нас на супру. Он ее, по секрету скажу, делал сегодня, надо только повторить. По секрету. Так. Жестко. Не боюсь. Я чуть не чувствую. Саня с супры вечно просто лупит по турнику, вообще не жалея. Так, Ромка, ну-ка давай, собрался, сделай егер. Тащи. Ладно. Ну и все, Владос, давай, полетел. Что делать, только пока не знаю. Во, ну давай, все, хорошо прям. Давай, Макс. Четенько. Опа. Далее. Интересный элемент, я думаю. Давай, Ромыч, настраивайся. Ты кач можешь еще выше взять, да, будет вообще спокойно. Само можете поздравить, он теперь мощный, не только атлет, но он еще и мощный водитель. Кстати, Макса тоже надо поздравить, Макс, он тоже, капец, настолько вырос уже, что уже собственная машина есть, офигеть, молодцы. Давай, Сань, бери. О, хорошо, молодец. Я машину сорвал. Машину новую искать? Да, нет. Покажи. Что-то вообще больно. Короче, все. Как тебе на этом? Саня, все, Саня, теперь правой рукой будет трогать. Что ты? Ладно, все, давай, Владос, тогда смотрим тебя. О!
Бам! Владос, можно прям вообще легко. И он тоже умер. Вы чё страдаете? Все, все покалечились. Все. В зале только. Приплыли. Че, передний кумхват? Ну, ща, меня вот так вот вниз сделаю. Больше. Короче, есть такая тема. Ну, передний кумхват — это вообще далеко не официальное название. Можешь его даже вообще, не слушать. Вообще. Мы просто так... Мне Стасян сказал, я такой, ну, окей. Это такой софт... Ааа, ты чё? Но не настолько опасно, как я думал, кстати. И ты смело зашел. Да. Сань, хочешь передний кумхват? Нет. На самом деле это такой соскок с оборота назад в упоре. Вот так бы я это назвал. Вот, поэтому... Поехали! Владос, давай! Хорош! Взял и пошел! Ты, я так понимаю, ты гол забил? Нормально. Так, ну давай. Максон сейчас вспоминает один элемент. Ты спокойно возьмешь. Прекрасно. Давай, давай. Я такой лечу и жду. Что болит? Жду. Надо восстановить. Давай пока по соску этому долго. По переднему кумхвату? Да, вообще прикольно. Должен сейчас там застрял. Потому что я руки всегда при собой. А ты на винтом пробовал, когда выиграл? Нет, я еле вставил в ноги. Надо сейчас маты попробовать чуть-чуть надвинуть и попробовать. Нормально, я помню, Родик, когда что-то с первого раза сделал, да и у тебя хорошо получается. Ты главное, что это, не группируешься, головой не втыкаешься, это самое важное. Давай, надо брать. Все, давай сейчас четенько бери. Все! Что-то у тебя левая вниз куда-то пошла. Вот так вот как будто сейчас возьмешь. Давай, Стасян, погнали. Я знаю, я вспомнил подводящий, который я делал в зале. Давай. Мне даже интересно посмотреть, я вам скажу. Давай, тащи. Типа я как-то там падал и как-то там... И через бок. Давай, Макс, добивай. Оп. Четко. Я не понимаю. Макс, чей их свалит? Ладно. Так, сразу, не отходи от кассы, поехали, пам! Окей. Да, интересно вообще, на какой уровень мы сегодня выйдем, на этой старой, древней перекладине, ну, конкретно для вот этих взрослых атлетов, потому что мелким-то по кайфу вообще, да, Ром, тебе же по кайфу? Ну вот, а большим, конечно, уже, но это не то. Пам! Владос, давай, попозже! Все! Еще попозже надо будет, еще попозже. И дотянешься, и будет тебе счастье, Владос, давай. Ну, да. Там еще знаешь как, вот ты прям слишком быстро отпускаешь и левую, и правую. Маленько... Правую подержи, да. Бам, давай. Давай. Опа. Слушай, это как-то интересно было, ты не сразу развернулся, это прям... А я с другого... Это прям прикольно было. Нифига. Ромыч, сделай. Давай, а у меня рядом чужие. Так, есть! С трехи маленько кача не было, то есть чуть градуса, чтобы ты напрямую прям вытянутый был. Раз, два, три, пошел! Так, бам! Па-пам! Почти. Че ты тут шьешь? Вижу. Хартвист, если вы нас смотрите, нам так не хватает ваших бинтов, честно. Они у меня до сих пор остались. Вот, а я... У меня уже один кто-то потерял, у Даньки нет. Ну, короче, пока еще так же, по тем же элементам. Сейчас посмотрим, на чем мы выйдем. Как он резко отпустился. Еще упасть. Жестко. Я смотрю, он держит турник, я моргаю, звук, он лежит. Все, полетели. Давай, Владос, нарубай. Так. Пора взять. Давай, да, боже. О, наконец-то, я ж не ожидал. Хорош. Кумхват можно было. Смотри, как разогнался. Блин, сейчас скоро не оттащишь. Смотрите, Семёра на полу. Кто такой сможет? Александр Дырдыр. Вон он сможет. Давай. Владос, ну-ка еще разочек. Попытайся, ты очень близок, только толкай сильнее. Я подскользнулся. Who's next? Это тест на Семёру. Есть еще один тест. Вот так вот надо Семёру крутить. Ну-ка, давай. Это давай, страшно. Кто больше игрался? У нас, короче, чем же, больше. Нас 909. Давай. 900 с места? Ну, офигеть. Ну, это вот так вот. Ну, давай. Так, проверяем. Не докрутил. Что-то там, не до 720, что-то. Типа, да, там. Все равно большой. Даже я хочу попробовать. 540. Это очень страшно. 540. Да, ну-ка, Сану, пошел. Там почти 540. Ну-ка, Рома. 360. Ты чё меня не крутит?
Ну-ка, Стасян, семеро будет? Да, Данька там по семеро все угорал, давай прыгал. По градусной. Давай, да. 360. Есть. Контроль. Я тут сломал. Семеро. Сейчас надо докрутить. Давай. Нажимай. Семеро. 60. Он не подпрыгнул, но очень быстро крутил. 40. Ух, как закружило мою голову. Ага. Ща. Ну, нет, пятера только максимум. Максимум пятера. Давайте, что мы делаем? Добиваем эту тренировку. Погнали. Так, ладос. Пушка 720, да? А? Блин, что ж мозоль ты сорвал? Так бы с тебя семеру маленько повытаскивали бы так. Ой, я попробовал. Нитям ДНК. Сейчас ладно. Винт, который еще никто не делал. Винт номер один в воркауте. Поехали, давайте. Так, ты что там, прикольная тема. Прикольная тема, прикольная. Да. Только рано отпустил. Ромыч, ты что делаешь? Так, Слава, ладос, давай. Это было? Смотри, у нас тут какой-то фрибар пошел. Это что такое интересное, да? Да, ты Тарзан умеешь. О-о-о, Стася сейчас что-то выдумает. Опа. Так, допустим. Почти. Надо там застрять. Ну-ка. Не нужно. Хорош, хорош. Я вот дальше. Это на маночке было. Не тот. Смотри. Вот было бы круче, если бы вы без помощи рук залезли на турник. Было сели. Бы круче. Вообще без помощи рук. Было бы круче, если, вообще было, без если помощи, бы я вот да. так в начале видоса делал, было бы круче. Ну-ка. Вновь ладос врывается, чтобы что-то показать. Залазь. Так. Он, походу, просто разбиться хочет, ну, да? Наверное. Так, Ромыч, давай. Чё это вообще такое? Я не понимаю. Максон, давай, ты вроде тут самый непокалеченный. Давай, удиви чем-то. Он вообще справится. Сейчас в луну зайдет. Оп, оп. Сейчас будет тоже что-то вроде. О, ты хочешь 360? Да, вот. Кстати, можешь со скорпиончика трёху зайти. Ты понял, 360? А, типа ты вот так вот падаешь? Вот это вот сейчас то, что ты говорил, вырежи и смотри на Владоса. А, что же сделает Владос? Нам очень интересно. Давай, поехали. Так, ну-ка, склепочка. Карпиончик. Вот это неожиданно, что. Ты помнишь, ты меня 2 года заставлял это делать? Да? Да, я помню. Ладно, что. Стасян, смотрите, играет роль Человека-паука. Мы думали, кто снимается в этом новом фильме. Кстати, а вы думали, куда я пропадаю? Тюма, а? Похож вот этот, который против электрического человека, смотри на да. него. Да, так-то этого. Похоже, да? Эндрю Гарфилд. Эндрю, да, вот этот. Давай, Рома, смотрю только на тебя. Он ли ю, поехали. Так. И. Ну. Ну, Рома. Все. Жесть, капец. Жесть, всем победа смотреть. На Сарево. Жесть смотреть до конца, не без перематывая. Без регистрации, без смс. Владос, бит твой, пошел! Так, давай, взял. Капец, ноги шоркой вообще. Я придумал, как сделать так, чтобы этот видос все досмотрели до конца. Ну-ка. Мы же сделали вот этот вот тест, типа, на ткача. Ага. Говоришь вначале, в конце вы сможете... научиться ткача. Капец. Это будет годно. А если наберем на этом видосе 10 тысяч лайков, я здесь сделаю корбут. Ты сейчас смертный приговор там еще подписал. Что такое корбут? Ну это сальто типа. Это, по-моему, грудик 360 что ли, что-то такое-то. Я делал это, я помню, я делал. Ладно, ладно. Так, короче, у нас тут тема одна подошла. Стасян, озвучь. Мы, короче, в прошлом видосе... Тест на то, кто может выучить полного ткача. Да-да-да-да-да. Тест на перелет ткачева. Кстати, нормально. Мы... Тред, я уже вкладывайте в историю и отмечайте меня. Да, отмечайте Стас Сэш. Вот сейчас я написал, если что. Давай, Стасян, покажи, что необходимо сделать нам. Давай. Бам. Может, лучше туда-обратно. Можно, чтоб не скользить. Давай. Там. Ладно, давайте возвращаем мат. Плохая была статья. Он может делать качать. Это очень трудно многие делать, на самом деле. Так, ну давай, Санов, полетел первый. Что-то это ну, гонки, да. Только прямыми более-менее. Ну, не прям, короче, сильно сгибай, а какую-то волну у тебя должен. Я ногу растянула. Так, Владос. Потом просто начал резко, то есть тебе надо дальше вести. Давай, пошел, Владос. Плавно. Надо мостик делать.
прямые, вот такие, вот такими. А, руки не нагаришь? Да. Давай, Ромыч. Ну да, вот на кисти вот туда вот. Так. А, вот так? Да. Типа не надо, кстати. Сейчас еще раз гляните Стасян и уже больше поймете вообще, в чем прикол, собственно. Макс, он, давай. Еще вставать? Стыльник. Через мостик. Типа ты должен в мостик зайти. Поэтому давай. Интересный ткач. Короче, пацаны тут что-то все еще пытаются. О, Владос. Я ткача завтра сделал. Все, Владос переходит на ткача. Здесь Романыч. А ноги-то сильно сгибаешь. Так, у нас что-то какой-то рубрика тесты. Стасян, можешь потом еще примерно объяснить, что вообще надо? У нас тут тест на внутренний палм-дроп, короче, вот такая тема. Ну-ка, Сано, может, правильно покажешь? Я сейчас настоял, понял, и такой, а что надо-то? Увы, нет. Ладно. Просто вперед надо. Стасян, блин, сейчас давайте вот попытку, и опять я сниму видос. Я мораю мат. Это шикарно. Стасян, покажи, что требуется от атлетов сейчас. Первое, уметь стойку на руках, ну хотя бы приблизительно. Я не умею, что делать. Не ломать пальцы, чтобы делать ее нормально. Да. Короче, Стасян с кулака покажет, потому что у него болит палец. Ну да. Только ну, надо короче, только, резко. Да, стойки надо было чуть подольше поставить. Давай. Не, не чтобы, обязательно. Ну, чтобы докрутить нормально. Давай. Он что-то маленько подломался. Такс. Не удобно стоять на палочке. Ну да. Да, правильно. Ромыч, я не хочу. Максон, ты чё, давай, без тебя-то куда? Давай. Все, Рома, отходи, гуляй. Надо тебя вернуть резко. Ну-ка, Максон. Ты просто резко тянешь грудик. Беретку обычную делаешь. А, беретку? Это беретка. Давай. О, да, прям вот я. Только ноги врозь. Владос. Давай, конечно, еще сейчас. Так, да. Давайте, ну. О! Владос, давай, пошел. Сейчас вот я обнял. Переда на характере. Пам. Сейчас еще раз. Все-таки, мне кажется, лучше постоять маленько. Да, надо прям через стоечку. Да, да, типа того, только это вытолкнуть. Романыч. Чуть не оторвал. Нифига, хорош. Я что, пугался сначала? Ну, что он с Ромой делает? Так, короче, Романыч успокоиться не может. И вот что творит. Бам! Сейчас скоро будет, так знаешь, как вентилятор, типа, вот так вот подкидывает. Так это, так раньше запорожцы заводили. Ну ладно, не суть. Погнали. Владос, не пугай меня. Не пугай, даже не думай. На характере. Точно! На характере, реально, так просто. И камнем. Каждый раз поворачивайся здесь со мной. Откуда он здесь? Ладно. Чё, давайте мы добьем просто что-нибудь напоследок. Давайте базу. Добьем бутылку. Сами поработаем. А то динамика. Давайте базы разбавим. Короче, мы напоследок просто сделаем челлендж по силовухе. Кто больше отожмется на кольцах? На них баланс, в принципе, надо еще держать. А отжиматься, а видите, ну, напряжненько. Владос первый, давай, поехали. Раз, два, ниже, три. Так нечестно. Ниже, давай. Потому что ты давай, тащи. Четыре, пять, шесть, семь, чуть пониже. Пониже. Восемь, девять, давай. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, давай. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, ниже только. Семнадцать, давай. Восемнадцать, девятнадцать. Я полз, конечно. 20! Окей! Стасян! Ты следующий. Ты думаешь, я сделаю, да? Да, мне кажется, сделаешь. Ты же Станислав, давай. Не знаю, как у тебя с базы, но. Палец мы так не считаем. А кто он считает, что ты Евгений? Давай, поехали. Ниже. Пацаны, вот тут все базы любят. Давай, пошел. Я люблю. Так, базу. Раз. Два, пониже. Я вообще никогда ну, не короче, вообще. Станислав с непривычки ему тяжко и грудак потянул. Сано, погнали. Что, ласточка какая? Подожди. Так, Сано, давай, погнали. Мне интересно, сколько ты выжмешь. О, раз, два, локоть до конца вставляй, только три. Ага. Четыре, нормально идешь. Пять. Шесть. Давай. Да, так-то семь. Погнали. Восемь. Давай, Сань, тащи. 9, хорошо идешь, чётенько. Дальше. Я вообще-то ещё не иду. 10. Боже, какая шутка. Это я, Таня, так это отправил. Максон, давай. Видел, да? Я не помню. Давай, тащи. Я тогда-то видел. Раз.
Давай, Макс. Два. Кольца далеко не отводись, а чтобы проще было. Ага. Три. Какие они неудобные. Всё, привет с вами. Вот я вот тут. Вот. Давай, Дима. Ромыч, а ты да, отожмёшься хоть раз кольца? С моим золотом. Хочешь, на мой возьму. Раз. Я хоть нормально делаю? Да. Да. Можем и... Да куда? Давайте подписчики в комментариях пишем, сколько Дима сделал. Я вот один насчитал. Серьезно, Дима, ну хорошо. Дима, ладно, все увидели твой настоящий смех. Смех какого-то слова. Я железный утяжелитель. Суриката. Пиши в комментариях, если проверил себя на ткача. И обязательно расскажи, получилось ли. Здесь особо тормозить не буду. Напоминаю про лайк и подписку, и тогда у вас будет все круто. А если вы еще и написали мощный царский комментарий, то вообще прекрасно. А с вами были Дима Тярик Скул. Всем прогресса, все нужные ссылки в описании. Пока!